Привет, с вами снова Хайме, и получил я посылочки от AliExpress, правда пока не все, вот такую вот кучку, и взял такое орудие, чтобы скрывать все эти пакеты. Сейчас мы с вами увидим, что же я там поназаказал-то. Так, это поаккуратнее поставим, вот так пойдет, да. Итак, ну давайте начнем с маленьких пакетиков. Вот первый из них. На самом деле я знаю уже, что в этих пакетах, там по-английски все написано. Кроме одного, там написано, что это игрушка, но я что-то не помню, что это за игрушка должна быть. Ну вот, собственно, один из пакетов, такая вот флешка с деревянным корпусом. Как сделано? Вроде ничего сделано. Вот, не знаю, пока работает, нет, посмотрим. Она, кажется, на 30... О, ух ты, а тут, смотрите, как прикольно. Тут, короче, магнитики стоят. И в крышке тоже. И когда закрываешь, получается... Оп, не очень удобно. Оп, защелкивается. О. Ну, забавно. В общем, здесь, кажется, 32 гигабайта, если мне не изменяет память. Пахнет деревом, китайским деревом. А вот посылочки из Шэньчжэня. Идем дальше. Здесь что-то очень все плотное. Сейчас мы аккуратненько это порежем. Наконец-то хоть один пришел. Пришла накладочка мне на iPhone. Должна еще одна прийти. Пока пришла одна. Вот такая вот со Старбаксом. Что-то там кофе, мороженка, я не знаю. Что это? Глиссе, наверное. Глиссе изображено. Ну, сделано прикольно. Не знаю уж, насколько долго хватит. Сотрется, не сотрется. Но сделано очень классно. Так, тут вообще очень маленький пакетик. Ну да. Это провод для зарядки айфона. Я на всякий случай взял запасной. Потому что у меня тот стал что-то заедать. Ну тоже пока не знаю, надо будет проверить. Потом скажу, как работает, не работает. Так, а теперь вот это. Это я даже уже знаю, что по форме, я просто помню. Это упаковали это хорошо. Это игрушка для моего ребенка. Да, это она. Сейчас, минуточку. Мне надо немножечко ее подрезать. А вот такой наборчик. Здоровая машина, и на ней вот 5 штучек маленьких. Видно, прям вот чисто китайское, да, тут все по-китайски. Еще эвакуатор вот такой, почему-то полицейский, и машина полицейский на нем. Скажите, почему я не купил ее здесь? Потому что там она стоит, на наши деньги, что около 50 рублей. Такая здоровая машинка. Я думаю, это очень даже круто. И, наконец, вот этот непонятный пакет, мягкий. Нет, я предполагаю, конечно, что это, но я не понимаю, почему он мягкий. Может, они просто так завернули, что ли? Этот пакет даже ножницы не режут. А, вот, пошло-поехало. Так. А, ну да, это они просто завернули, чтобы ничего не разбилось. Все вот. Качественно завернуто, кстати, AliExpress. Я слышал жалобы, то, что приезжает что-то разбитое, плохое. Все отлично упаковано, превосходнейшее. Это такой наборчик. Это я купил сыну своего друга. Это спиннинг. Он собирается. Я не знаю, насколько он большой. Но, в общем, из трех частей, кажется, состоит. И рыбки. По-моему, они магнитные, что ли. А, рыбки, я так понял, тоже надо собирать. Они из двух частей тут.
Да, наверное. А этим спиннингом этих рыбок можно ловить. Конечно, выглядит, мягко говоря, убого, но в собранном состоянии, собственно, почему бы нет. Вот такие вот вещи я заказал на AliExpress. Пришла очередная посылка с AliExpress. Такой пакетик. Я уже на ощупь тоже знаю, что это такое. Это для жены. Сейчас мы откроем. Такая вот кофта панда, тоже с письмом. Дорогой друг, спасибо. Да. Видимо, тоже оставьте отдых. Ой, отзыв. Хорошего дня. В общем, так. Сейчас мы успокоим. Вот. Такая вот прикольная кофточка. Кофта панда с ушками. В общем, сейчас он их померит, вы посмотрите, как это выглядит. Вот. Так вот выглядит эта кофта, ты теперь панда. Ну, материал, я не знаю, что это за материал. Не пойму, не знаю. Какой-то непонятный, вроде и приятный, и в то же время понимаю, что это синтетика полная. Ну, а так по виду что, тебе не нравится? По виду нравится, но за эти деньги... По-моему, прикольно. Не пойму. Нитки болтаются. Не знаю, сильно синтетика. Синтетическая кофта. Только что выглядит красиво. За эти деньги я бы не купила ее. Все, ждем следующих посылок. Привезли самую главную мою посылочку с AliExpress. Подарок от моей жены. Вот этот гоночный комбинезон. Забрал я его из ящика, этот шорт-бокс, или как он называется, короче, не на почте, а вот из ящика из супермаркета. А сейчас мы распакуем, посмотрим. Спокойно. Так. Так, похоже, придется рвать. А, синее с белым, я все вспоминал, какой же цвет. Ну, видно такую китайскую надпись OMP поддельную, конечно. Сразу видно, что это не настоящий. Такой пакетик зиповский. Это что у нас? Это у нас письмо от китайчат по-английски. Я не знаю, кто-нибудь переведет. Я, может, потом переведу, заморочусь. Я не знаю, что здесь написано. Спасибо. Видимо, за покупку. Да. Это наш сервис. Там квалификация высокая у фирмы, я так понимаю. Так, ну я, в общем, немного понимаю. Ну, короче, какие-то благодарности. И подпись король. Не знаю, потом почитаю, короче. Так, и. Вот этот материал. Чтоб я снимала. Этот материал я обожаю. Вот такой материал. Очень-очень яркий комбез. Очень. Просто шикарен. Слушайте, я его обожаю. Это просто OMP. Все как положено сделано. Кармашки. Все есть. Сейчас буду мерить. Сейчас вот прям сейчас буду мерить. Так, письмо не трожь.
Не, оставь. Письмо не прошу. Саш. На одежду, конечно, тяжеловато. Вот так. Нет, мы еще не уходим. Я сегодня такой любопытный влог, мы просто в гостях, поэтому куча разных голосов. Так, но без одежды я его, конечно, проще застегну. Сейчас сложновато немножко. Но еще мне надо худеть просто. Во, я прям стройный какой стал. Классно вообще. Что там уже треснуло? Не знаю. Ну вот. А ноги нормально там? Резинки? Да, все шикарно. Ань, дай ему красный плащ. Ну-ка, задом. Слушайте, потрясающе. Кстати, а этот материал как раз от дождя. Я, наконец-то, не буду мокнуть, когда буду под дождем гонять. Водоотталкивающий материал. Да, нет, в принципе, воротник, ничего, нормальный. Мне нравится, что с белым, да, очень хорошо. Но, что еще раз доказывает, мне все-таки надо чуть-чуть похудеть, потому что как-то немножечко так плотничком. Но зато я кажусь стройным, да? А скоро нашью сюда нашивочки все свои, новенькие еще закажу. И буду вообще красавчик и выигрывать буду. Все. Пока, до следующих посылок. С вами был Хаймер.